Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, мы продолжаем отсюда. Сейчас я вот что я хочу, ребята. Все-таки, наверное, я сейчас включу вот это. То, что если каждый раз умираешь, да, то опять идти искать вещи, это... Отлично, ребята. Так, тут еще как-то можно вот это... Как эту мини-мапу настроить? Чтобы показывала, где ты умер в предыдущий раз. Воу, The Darkness... Чё это? Наверное, ладно, это как-то потом посмотрим. Так, ребята. Вот сейчас я, в принципе, даже не знаю, ребята. Наверное, всё-таки мы идём, добудем где-то хотя бы немного еды. И, наверное, уже мы где-то... Вот капут, сколько вещей пропало или что это? У нас было, фиг его знает, просто столько раз уже умерли, что... Ладно, идем. Так, Мадкип, Мэджикарп. Давайте попробуем. Первая нормальная такая... Такая битва, да? А то каждый раз нас прерывали, и вот тогда нас курица чуть не убила. Ну, как бы мы тогда успели завершить бой, да? Но тогда нас, в принципе, курица чуть не убила, да? В то время, как мы просто-напросто... сражались с каким-то покемоном. Так, ребята. Наш уже Мадкип уже 8 уровень. И это, в принципе, уже отлично, ребята. Давайте еще, может, где-то тут у нас еще был. Вот он. Вот, давайте еще раз попробуем. Отлично. 9 уровень у нас уже Мадкип. Вот он. О, еда. И идем мы дальше, ребята, куда-то вот сюда. Я думаю уже... Ух, это что за... Это что еще за чувачило какой-то, или что это такое? Какой-то соломенный... Ладно, какая-то статуя. Сейчас, так, ребята. Тут у нас есть что-то в шахте, и я только вот так посмотреть отсюда. Нет. И давайте пойдем мы куда-то. Вот, о, там как раз у нас есть немного похава. Это сколько муравей тут или что это? О, какая-то там руда. Давайте, все-таки рудой, да, но она и так нужна. Так что, так. Давайте пойдем. Как-то мы ее добудем, фиг ее знает как. Фу, чуть не бабахнулись. Че это такое? Salt ore. А с этого что можно делать? Salt. Попкорн, ни хрена себе. Раф бейкон. А, это соль, да, или что это, как я понял? Хм, прикольно. Давайте добудем, посмотрим, что потом. Может, прикольно. Так. Ребята, мы не будем спускаться в шахту. Нет, конечно же, нет. Опять мы туда спускаться не будем. Но я просто хочу забрать это железо, чтобы уже, в принципе, хотя бы сделать себе ту же железную броньку. Это, конечно, я, в принципе, не знаю, хватит ли нам, чтобы сделать железную броньку. Я на это надеюсь. О, тут еще есть. Так, хотя бы вот так. Тут у нас нет ничего, да? Я просто, ребята, посмотреть, я просто вот тут сверху, чтобы так посмотреть, нету ли тут ничего, нет. Ладно, все-таки давайте выбираться отсюда с этой, как это можно назвать. Будем сейчас мы отсюда выбираться как-то, пытаться выбираться. Так, тут нифига нету. Походу нет. Муравьи только везде бегают. О, еще железо немного. Я так думаю, ребята, сейчас мы, в принципе, начнем где-то строить дом. И вот это все железо, что у нас есть, мы, наверное, все-таки начнем переплавлять. И начнем себе делать ту же железную броньку. И я уже думаю, что вот тех ресурсов, которые у нас есть в данный момент, я думаю, в принципе, нам уже их хватит, чтобы сделать ту же железную броньку. И, наверное, все-таки мы действительно сейчас пойдем
и начнем делать себе бронь. У нас просто-напросто еды уже нифига нету. Я не знаю, куда, где нам можно достать нормально так еды. Но вот сейчас давайте хотя бы вот это. Так, место у нас, да, еще есть в инвентаре. Нужно бэкпак себе сделать. Так, отлично. Давайте хотя бы вот это покушаем. Немного, конечно, но все же. Хотя бы, чтобы немного голод восстановить. Отлично. О, давайте все-таки сейчас мы вот это все соберем, чтобы было хотя бы немного еды, то еда, в принципе, действительно очень кончается, а у нас ее и нету, да? Поэтому нужно собирать как можно больше еды. Ух, чуть это не... нужно собирать как можно больше еды, чтобы, в принципе, ее хватило, да? А, это залагало или что это было? Так, 19 у нас кусочков есть уже, в принципе. Это что, дом там какой-то или что это было там нарисовано? На мини-карте. Я не знаю, что это, но там что-то такое, да, смахивает на дом. Сейчас мы, наверное, все-таки туда пробежимся и посмотрим, что это такое. Тут, ладно, бежим мы туда, ребята. В лесу. О, покет-центр, отлично. Ну, в принципе, у нас и так мадкип вылечены, поэтому... О. Еще соль, или что это? Соберем на всякий случай. Да, может потом и пригодится. Это меня еще что дубануло. Я вроде мод на ловушке убрал, да, но все же что-то меня достукнуло. О, вот там что-то летало или что это, фиг его знает. Вот опять. Охренеть! Медиум. Вот что меня стукнуло. Зверюга какая-то. Ну, червь или что это такое было? Так. Так, ребята, идем мы вот сюда. Катерпи. А ну давайте, сейчас мы... И ее тоже. Отлично. Еще одна. Маткип все-таки действительно сильный такой. Так, че... Хантер, нет. Что это такое? Че такое? Или это где-то в воздухе летает? Или что это? Просто на карте показывается как какой-то домик. Или хрен его знает, что это такое. На карте реально какое что-то непонятное. А, вот оно что. Так. Отлично, ребята, у нас уже есть один покебол. Только где? А, вот он. И... Отлично. Отлично, так. И давайте отсюда... Так. Так, ребята, вот оно сейчас. Еще один. Еще один. Это, ребята, спаун, как я знаю, спаун всяких каких-то боссов или спаун каких-то мобов, короче, как попадется. Но я, в принципе, знаю, что это действительно спаун чего-то. Сейчас. Давайте сначала отсюда выберемся, чтобы тут в яме не сидеть. Действительно, я просто смотрю такой на карте, да, там что-то есть. На дереве, как бы, вот стоишь на этом и не показывается. Это как бы под нами было, да. Так, сначала давайте побежим куда-то вот сюда. И где оно? Где оно? Где оно? Где-то все, что мы подняли. Вот он. Драйт, вот та ф. Короче, чтобы это оживить, нужно... Да, курицы! Чтобы это оживить, ребята, нужно совместить вот это... вот этот блок с
с ведром с водой, да, и мы сможем как бы сделать спаун яйцо, да, и с помощью этого спаун яйца мы можем заспаунить какого-то моба. Иногда действительно попадаются какие-то монстры, обычные мобы. О, еда, 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 извините, коровушки, но еда нам действительно нужна. Иногда попадаются обычные монстры, иногда может какие-то полубоссы. А иногда просто-напросто боссы, да. Такие огромные, как бы, главные в этом моде, да, можно и так сказать. Эти червили. Да харе! Вот так. Босс-червь. Офигеть. Так, ладно, ребята, уже ночь. По идее, должны быть, в принципе, монстры, но я их что-то не вижу. Может, они еще не заспанились или фиг его знает. Так, че это кто-то там бегал? Ладно, давайте пойдем, ребята, все-таки куда-то вот сюда. Я не знаю, что мы тут сможем найти, но я думаю найти какое-то отличное такое место, подходящее, чтобы можно было начать строить какой-то хотя бы малюсенький домик, да? О, я же пропустил еще одну вот эту. Действительно. С мода Pixelmon, да, мы вот это сейчас как раз заберем, что тут у нас есть. Так, где тут вход? Где тут вход? Наверное, с той стороны. Да, вот тут. Ух, экспешер. Так. Отлично. И там еще есть такая одна штучка, да? Идем мы и туда, ребята. Сейчас мы вот то это тоже возьмем. И, наверное, где-то мы, в принципе, или тут, или даже еще немного, наверное, куда-то дальше пойдем, чтобы еще более такое нормальное место найти для постройки дома, да? Вот, вот. Да где этот вход? Вот он, отлично. Так, еще один покебол. Отлично, ребята. В принципе, если повезет, то мы уже сможем словить какого-то покемона, да? Вот то, что я пока что не вижу еще никаких мобов. Это или хорошо, или плохо, так как я не уверен. Ну, в принципе, они спанятся, да, конечно же. Даже если считать, что это пиксельмон, но мобы все-таки спанятся. Я проверял, и было действительно очень большое количество мобов ночью, да, я проверял это. Но вот сейчас я что-то не вижу ни одного моба. Я не знаю, радоваться ли, что никто сейчас нас не убьет. Или наоборот, немного переживать, что не работает спаун. Но спаун работает. Я действительно проверял. Даже просто ночью зашел, да, и там столько нереально всяких монстров было, что это капут. И босс какой-то просто нереально огроменный там заспаунился, что я сразу перепугался, да. Но вот сейчас что-то я вообще никого не вижу. Давайте, может, вот так, на нормал. Да харе вот биться. Так, давайте еще, может, куда-то вот сюда пойдем. А, может, что-то да и тут будет. Так. Но пока что я нифига не вижу. Только курицы, которые меня опять схавать хотят. Черные курицы. Как я заметил, тут просто нереально всяких куриц. Так, ладно, идем мы пока что вот сюда. Бабочки всякие. Покецентр. Давайте где-то, наверное, все-таки возле покецентра мы пока что обоснуемся, да? Не... Ух, да ты как ты большой уровень, твою же мать. Ладно, давайте пойдем куда-то вот сюда. Да где мобы везде? Всякие. Да хрен конченый век курицы! Опять сейчас умру. Еще и лагает немного. Неизвестно почему, но... Ладно. Чтобы покушать.
Капут еще и травят, сволочи. Так, давайте куда-то вот сюда сейчас пойдем. Опять там девуля какая-то гуляет. О, зомбарь где-то. Охренеть. О, ну вот тут уже нормально. Так, монстров, так, секундочку. Так, ребята, вернулся я сюда. Капут, действительно, много монстров. Я смотрел, но... О, да хорай меня бить! Всякие тварюги! Я уже боюсь ступить куда-то, а то полно везде всяких тварей. Так, сейчас. О, нас уже тут ждут. Так, давайте вылечим нашего маткипа. Отлично, ребята, вылечили мы нашего маткипа. В принципе, я так думаю, мы не будем тут обосновываться, да? Просто то, что я хочу, это хотя бы пожарить нам еду, хотя бы еще что-то сделать и, в принципе, хотя бы пережить ночь, да? А то просто капут там. Куры даже дерутся, сволочи. Так, вот так 59 железа, офигеть. Я, если честно, даже не заметил, что у нас столько много железа. Так, вот это вот так. И... Ух, ребята, мы уже можем себе сделать бэкпак. Отлично. Ух, что-то глючит, реально, немного глючит. Ну ладно. Так, давайте сделаем бэкпак. Фу, уже хотя бы сможем поскладывать какие-то вещи, а то просто уже капут. Так. Пережарим мы вот это. Так. Давай, жарься уже. И я так думаю, ребята, мы уже, в принципе, где-то вот тут, на этой равнине, наверное, все-таки уже будем обостраиваться, да? Построим себе хотя бы какой-то такой, хотя бы даже небольшой домик, но чтобы уже было, как это можно сказать, чтобы уже было хотя бы место, да, куда мы можем вернуться. Так мы просто-напросто бродим по карте, да, и нифига не можем сделать, так как, в принципе, везде монстры, везде куры бешеные, и, в принципе, у нас и так уже полный инвентарь ресурсов и всякого вот такого, где мы не можем это все скласть. Поэтому, ребята, наверное, все-таки действительно мы пойдем как... Ух, это кто там еще тпшит, Сендер какой-то. Мы действительно пойдем куда-то, построим себе хотя бы какой-то элементарный маленький дом. Потом, наверное, мы все-таки будем его строить, да, нормально. Но сейчас мы просто сделаем хотя бы какой-то маленький дом. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим вот тут эту серию. Ставьте лайки за новый сезон, ребята. Ставьте лайки, а то девуля наша обидится. Так, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.